Северском районе провели учение по ликвидации очагов АЧС и гриппа птиц. Теоретическая часть учения прошла в актовом зале администрации Северского сельского поселения. Эпизоотическая ситуация в стране на сегодняшний день в целом сложная, поэтому департамент ветеринарии Краснодарского края уделяет особое внимание рискам возникновения вспышек африканской чумы свиней или высокопатогенного птичьего гриппа. Нам необходимо, чтобы вы хотя бы понимали, куда вам обращаться при такой ситуации, чем запастись в данной ситуации, и чтобы мы оперативно в определенные сроки пошагово могли выполнить свои обязанности каждый из нас. Для поддержания постоянной готовности оперативного реагирования со стороны органов власти в случае возникновения очагов инфекционных болезней животных начальник управления ветеринарии Северского района Григорий Сокол напомнил о ряде мер. В частности, во время карантина сотрудники администрации должны быть задействованы в течение всего периода ликвидации очага заболеваемости. В поселениях должны иметься необходимые дорожные знаки и шлагбаумы, ограничивающие посещение карантинного объекта. Главам населенных пунктов необходимо располагать информацией относительно подходящих земельных участков для сжигания и захоронения пеплозараженных животных. Кроме того, совместно со специалистами ветеринарной службы представители органов власти должны осуществлять ежеквартальный обход личных подсобных хозяйств для уточнения данных по содержанию животных.